Здравствуйте, я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга. У нас сегодня расклад на тему, что вам нужно знать здесь и сейчас. Итак, мои дорогие, давайте посмотрим, в центре каких событий вы окажетесь в ближайшее время. Итак, для начала мы посмотрим ваше состояние сейчас, на сегодняшний день, информация, по которой вы можете понять, интересен ли вам данный вариант, ваша ситуация, резонирует с вами, интересно вам, смотрим. Итак, ваше состояние сейчас, на сегодняшний день. Информация, по которой вы можете понять, ваш ли это расклад. Итак, в центре каких событий вы окажетесь в ближайшее время? В центре каких событий вы окажетесь? Что вам нужно знать, возможно? Какая ситуация, кто или что, возможно, у вас на пороке. Итак, как вам действовать, что вам делать, да? Как реагировать и как действовать в данной ситуации, дабы получить желаемое, дабы получить наилучший результат, избежать какой-то ситуации или же наоборот, воспользоваться ситуацией в полной мере, и получить желаемый результат. И, конечно же, мы посмотрим, чем сердце успокоится. Радость, которая у вас на пороге. Что хорошего у вас на пороге? Какая радость вам идет в ваш дом, в ваше сердце, в вашу жизнь? Радостные события. Итак, мои дорогие, давайте будем начинать. Кому не хватает времени, ставьте, пожалуйста, на паузу, а мы начнем. Первый вариант, первых три карты. Ваше состояние сейчас, на сегодняшний день. Информация, по которой вы можете понять, ваш ли это расклад. Ваша ситуация резонирует с вами? Смотрим. Нет, выбирайте, пожалуйста, другой вариант или другое видео. Можете посмотреть весь вариант, весь расклад целиком, и, возможно, в каждом из вариантов вы найдете подсказку для себя. Итак, давайте будем смотреть ваше состояние сейчас. Ой, я вам скажу, очень яркая, красивая женщина, и я бы сказала даже, что вы в некой степени и довольны своей жизнью, но есть много сил, да, и хочется очень движения вперед. А ситуация такова, что она немножечко подвисла, да, то есть я бы сказала, я не вижу, чтобы здесь женщина была недовольна своей жизнью. Она хороша собой, она, возможно, очень реализована в некой своей профессиональной деятельности. Она мудра, она хитра и вместе с тем безумно романтична, красивая женщина. Очень, знаете, эмоциональная, возможно, в неких моментах. Женщина, которая говорит правду, которая, да, и желает ответной реакции в свою жизнь. В данный момент, возможно, немножечко осторожно, возможно, немножечко колкая, да. Но с людьми, которых она любит, с людьми, которые близки для нее, это очень нежный человек, очень нежная женщина. Она такая, знаете, в некой степени даже как защитница, да, она как защищает. Если я спокойна, я уравновешена и стрессоустойчива до тех пор, пока вот не зацепят родного, близкого человека или же мой личный интерес. Тогда эта женщина выворачивает, скажем так, все наизнанку, показывает, где раки зимуют. Она может очень четко за себя постоять. И вообще, я вам скажу так, по жизни осторожная женщина. Не очень она, знаете, не очень ей свойственно кому-то доверять. И я вам скажу, что сейчас вроде бы в жизни, ну, неплохая ситуация, но какое-то вот состояние подвешенности, то есть что-то затянулось, да, какой-то этап в жизни слишком длинный, да, а хотелось бы уже какого-то движения, а вот какие-то внешние факторы все-таки сдерживают, все-таки как-то тормозят развитие. А я вот этого развития очень хочу. Вот такая, знаете, стремительная женщина, которая желает, да, всего. Очень много информации, много, возможно, женщина это читает, много смотрит, да, когда она впитывает в себя и вообще
разум острый, разум готов принимать новое, да, и все время возможно желание чего-то яркого. А вот сейчас вот какая-то вот ситуация, когда как все подвисло, да, нет, возможно, нужных возможностей, а очень хочется, да, вот как-то двинуться, рвануть, какого-то вот развития какой-то получить. Я бы сказала, даже здесь может пройти такой момент, почему-то мне идет, да, что женщина очень стремится к самоусовершенствованию, к самореализации, как ее внутреннее «я», оно очень сильное, да, не в том смысле, что она эгоистка, а в том смысле, что я хочу выше, да, я хочу больше, я хочу ярче, я хочу активнее, да, вот такое вот стремление к лучшему, очень есть такой момент. Но некие внешние факторы никакие останавливают, и у меня вот такой момент, возможно, возможно, эта женщина где-то у себя на работе, да, она где-то уже переросла, возможно, свою должность, переросла те возможности, которые дает ей эта работа. И она как развивается, возможно, оплата труда не развивается, то есть оплата труда остается. Здесь может быть момент некой недоплаты, потому, знаете, как я хочу всего, я хочу яркости, я хочу вот чего-то, знаете, большего, наверное, я бы так сказала, в своей жизни, большего развития. Но как-то обстоятельства все же останавливают эту женщину, какие-то обстоятельства. Ну, давайте будем смотреть. Если вы слышите, что информация о вас, значит, смотрите дальше. Нет, выбирайте другой вариант или другое видео. В центре каких событий вы окажетесь в ближайшее время? Так. Ой, очень хорошие события, девочки. Очень хорошие события. Да, какие-то планы, какие-то мечтания, они будут реализованы, но дастся вам это очень непросто, очень нелегко. Чем-то нужно будет пожертвовать. Здесь, девочки, может пройти такой момент, что с тем, с кем в ссоре, возможно, с кем-то, с родных, с близких, будет примирение. Даже больше скажу, вас ждут, если... Если есть какой-то момент, да, такой вот острый, вас буквально ждут. Здесь также может быть момент, то, о чем ты мечтаешь и чего желаешь, оно придет в твою жизнь, но ты, как идет момент, что чем-то нужно пожертвовать, да, какой-то будет момент. Угу. Чем-то нужно пожертвовать для того, чтобы двинуться дальше, для того, чтобы открыть некий кругозор и некое, да, вот, вот. Я вам скажу так, идет такой момент, что ваши какие-то планы, они будут реализованы, но будет какой-то вот момент, когда очень тяжело. Что это такое, да? Это тяжело по ресурсам. Может пройти момент, что как-то, вот да, мне и шло здесь, что как-то где-то недоплачивает, или как-то иссякает какой-то материальный ресурс, как-то деньги уходят, да, или обесцениваются, или уходят, или то, что там где-то копилось, да, как, какие-то проблемы могут быть с финансами. Вот именно вот спросила, да, вот человека идет, что планы твои будут реализованы, но идет вот какой-то острый момент какой-то потери. И идет именно потеря материального плана. Но это как тебя не остановит, ты двинешься дальше, все будет отлично. Но вот именно как материальный план этого человека где-то останавливает. Здесь могут пройти траты, здесь могут пройти непредвиденные траты у вас вот в ближайшее время. Это могут быть даже не траты, это может быть вот обесценивание денег или же вот какие-то вопросы по работе, когда ты понимаешь, что, ну, зарплата ничего не стоит, да, я вот так вкладываюсь в это дело, я так стараюсь, и я верю и знаю, что я достойна лучшего, да, что передо мной, в принципе, очень много перспектив, но это вот приходит с тем осознанием, что как-то вот утекает некая финансовая составляющая. Здесь может даже такое быть, что... Вы знаете, сейчас вы останавливаетесь, потому что, да, вы где-то держитесь за какую-то работу, например, потому что
Ну, там финансы, да, там зарплата, там стабильно, там, ну, вот как-то так, да, вот как-то так. И я свои планы какие-то, свои желания, свои мечтания где-то вот на задний фон, да, откладываю, потому что, ну, здесь же стабильно, да. Ну, я где-то, вы и понимаете, что вы эту должность переросли, где-то вот, да, такой момент есть. И, возможно, вы сейчас находитесь в таком каком-то моменте, а что мне делать дальше? Но вот этот момент, а финансы, да, зарплата стабильная. Стабильное число в число, вот я здесь и держусь, да, вот этот момент меня здесь и держит. И какое-то свое и саморазвитие, какие-то свои мечты я откладываю на потом, потому что вот меня здесь держит какая-то стабильность, скажем так. И пусть это создает некое подвешенное состояние в моей жизни, но все же, да, некая стабильность, это уже хорошо. Ну и вот, девочки, что я вам скажу, этим рывком, этим каким-то решением будет тот момент, что... Ну, как-то или фирма может что-то, знаете, какие-то могут быть проблемы, и какие-то надбавки, премии, ну, вот не будет, да. И, ну, вот какие-то проблемы в фирме там, где вы работаете. Может быть такой момент, что зарплата обесценивается, и это дает вам толчок, дабы вы добились того, чего вы хотите, дабы вы изменили что-то в своей жизни. И вот пошли дальше, да, и вот развивались и шли дальше. Вы знаете, что этот момент какого-то обмельчания финансового, ну, мне прям идет, как вот высыпаются деньги, да, вот по пятерке пентаклей нехватка материального ресурса является толчком, дабы вы шли дальше, дабы вы шли к лучшему, дабы вы что-то в своей жизни меняли. И вот эта перемена, она вам очень будет кстати. И я вам скажу, что вы не расстраивайтесь, если у вас вот будут какие-то проблемы. Я даже не скажу, мне почему-то идет, что вот, ну, зарплата меньше, ну, вот недооценивает, ну, вот не платят по достоинству. Хоть женщина, да, она вот такая прям, ну, все при ней, и только и двигаться вперед, да, и сил много у этой женщины. И вот что останавливает? Вот финансы. Финансы мельчают. Какая-то как уходит, какие-то финансы. Они не то, что уходят, они сами по себе становятся меньше. Да? Вот с такой большой они становятся маленькими, пока они попадут вам в руки. То есть я вам скажу, что вы зарабатываете намного больше того, что вам платят. И будет какой-то момент окончательный, когда вы поймете, ну, мне уже терять нечего, да, а займусь ли я вот своим, тем, что мне нравится, то, чего я хочу, или поменяю какую-то работу, да, или вот вообще, да, рвану куда-то и вообще кардинально изменю свой мир и свою жизнь. Вот так вот, ну, давайте посмотрим, а что же вам делать, да, что же вам делать в данной ситуации, что вам делать? Ну, девочки, перед вами открываются новые ворота. Новые ворота, но сейчас еще какая-то ситуация обездвиженности. Вы пока что, возможно, не решили, как вам действовать. Возможно, эта ситуация еще не такова, да, как вот выпали карты. Потому что здесь у нас вышло, все будет хорошо. И это вот событие, ты его можешь больно переживать, но оно, как в последующем, оно идет на пользу. Сейчас, например, ты не знаешь, какой ты станешь через 3 месяца. Какой ты будешь через 3 месяца, а тебе прям будет сопутствовать удача, ты найдешь себя, ты найдешь реализацию, в твоей жизни будет все хорошо. Возможно, где-то ты держалась за то, за что держаться не стоит, что где ты себя уже переросла, и тебе следует вообще-то, да, уже пора идти дальше и развиваться дальше, и в свою жизнь менять к лучшему. Давайте посмотрим больше. Итак, что вам делать с этим? Я вижу, что эта ситуация, она открывает перед вами новые возможности. Те возможности, которые были всегда, но они как были закрыты в клетке. В клетке вот такой, знаете, стабильности, вот такой вот, знаете, вот как размеренности некой. Что вам делать, да? Вы не бойтесь трансформации. Вы не бойтесь трансформации, потому что эта трансформация, она вам на пользу. Вы сможете все пройти. У вас есть все. У вас есть знания, у вас есть умения, у вас рвение, сила. У вас есть все, дабы вы добились успеха. И как-то себе преуменьшать какие-то свои качества не стоит. Потому что вы можете, да, если вам даже кто-то там, ваш начальник, а куда вы пойдете, где вы работу найдете? Найдете, девочки, еще очень даже хорошую, и сможете там очень классно реализоваться, даже сделать карьеру.
Здесь у нас больше про работу, да? Здесь у нас больше про такие вот дела. Более того, я вам скажу, вам в новом коллективе будет очень хорошо. Вот прям шестерка кубков нам указывает на то, что ну вот, ну прям вот мои люди, да, вот мои, моя компания, моя тусовка, да, мои люди. Будет очень хорошо вам на новом месте. Прям выходят карты классные. Будет и радостно, будет и хорошо, и самореализация, и вообще карьерный рост может быть очень активный на новом месте. Потому я вам скажу, что я вижу, что вы задумываетесь над этим вопросом, что где-то вы остановились, и сейчас вы размышляете, как мне двинуться дальше. Но вот это движение, оно действительно будет. Оно будет и будет очень активным. Что будет с финансами, все же мне интересно, да? Будут новые возможности, знаете, такие вот горячие, которые приведут вашу жизнь в очень активное движение. И да, здесь не без такого момента некой конкуренции, но это того стоит, да, это то, что, ну вот, очень ценное. И да, здесь и будет и продвижение, здесь и будет и момент такого, знаете, когда мы вместе, да, то есть вы можете попасть в очень хороший коллектив, или же вот как личностная реализация очень здесь активна. Ну, давайте посмотрим, почему-то мне выходит, что вот как что-то ценное, это ты как некую возможность ценную, перспективную получишь, очень возможность здесь, да. А с финансами что у нас будет здесь? Здесь и какие-то новые отношения нам выходят. Какие-то важные вот договора нам здесь выходят. А вот с финансами, вот какие-то вот выходят просто перспективы, да, перспективы, планы. Ой, девочки, я вам скажу, что новое место здесь не так о деньгах, хоть и я вижу, что здесь будет заключен какой-то очень перспективный разговор, то есть договор, да, то есть вы не просто придете на работу там на определенную ставку и все, у вас будет очень много возможностей на повышение, и вместе с этим повышением у вас и зарплата будет возрастать, то есть перспектива к росту у вас будет, но это, знаете, такое, здесь идет еще момент, просто я вот смотрю, хочу все посмотреть, к чему это, к чему это. На новом месте, если вы в поиске, у вас могут завязаться новые отношения, очень перспективные отношения, очень красивые отношения. Если же вы в паре стабильной, это может говорить, что вот какой-то период, да, не только ваше восстановление, но и ваш мужчина может вот как-то устроиться очень хорошо. И вы, знаете, будете вместе довольны той жизнью, которая вот пришла, которая вот есть. Да, но здесь очень может быть, кто в поиске, девочки, еще и на новом месте будет новый круг общения, новые люди и мужчинам появится. Давайте посмотрим дальше. Итак, давайте посмотрим, чем сердце успокоится. Чем сердце успокоится? Ты сейчас не видишь новых возможностей, но эти возможности придут. Перед тобой откроется вот определенно как новый мир. Новые люди, новые дороги, новые перспективы. И вообще, да, в твоих руках очень много возможностей будет. Такая, знаете, сердце успокоится, что вы действительно находите себя. Находите себя и сможете реализовать свое мастерство, более того, вы будете признаны, да, вот как, да, этот человек способен, этот человек на своем месте, этот человек прекрасный мастер, или прекрасно знает свое дело, прекрасно с ним справляется, вас порадует, сердце успокоится тем, что придут новые перспективы, придет новая реализация в вашу жизнь и активное очень такое движение в самореализации, в саморазвитии. И то, что вы сейчас не видите каких-то перспектив, они очень резко появятся. То есть, если сейчас вы размышляете над тем, чтобы как-то изменить свою жизнь, но не видите пока что таких возможностей, эта возможность появится очень неожиданно для вас. Очень неожиданно. И действительно откроет перед вами большие перспективы. Вот такой вот первый расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если понравилось, я буду очень рада. А мы будем смотреть дальше. Итак,
Давайте посмотрим. Второй вариант. Если вы слышите, что информация о вас в начале расклада вам интересна, смотрим, нет, выбирайте, пожалуйста, другой вариант или другое видео. Итак, ваше состояние сейчас. Все время в какой-то борьбе. Все время в какой-то борьбе. Какая-то вот ситуация непростая очень. Но я вам скажу, что сила у вас есть. Сила есть преодолеть вот те препятствия, которые у вас есть на сегодняшний день. Покажи мне еще, что здесь такое. Я как щитом стою и стараюсь. И сила у меня есть, и есть у меня щит, дабы отстоять свой интерес. Но я вам скажу, что здесь может пройти ситуация, что кто-то... Покажи мне, что здесь, покажи мне. Удержать то, что есть. Но я вижу, что вот сегодня прям расклад людей волнует некий момент. И финансов. Финансов. И я вам хочу сказать, что здесь, конечно, здесь про отношения идет, девочки. Как-то все остановилось в какой-то точке. Здесь что-то волнует личная жизнь женщину, да? Вы очень мудрая, и есть у вас вот эта сила, да, которая является вашим щитом, дабы, ну вот, никто не обидел, потому что... Да и обидеть я вас, ну, вот смотрите, какая вот ситуация у нас выходит, что здесь женщина очень осторожна, боится каких-то легких отношений и, возможно, какого-то вот отношения, пренебрежения, возможно, к себе. Почему? Почему идет момент, что вот какой-то мужчина прям не выходит из головы, и вы как обороняетесь даже от него? И сила у вас есть, и все вы понимаете, да, что, возможно, этот человек вам уже и не нужен давно. И позиция у вас такая, да, вот как отстраненная, но, возможно, пока что вы не можете забыть этого человека. Не можете его как-то вот выбросить из головы, и если спрашивать, кто у тебя в мыслях, вот почему-то вот возникает он. Но это из серии, да, что вот и раскладушку в голове разложил, и чемодан, да, вещи развесил, и покурить и даже не выходит. То есть какие-то мысли навязчивые в голове. И сила у вас есть, и какое-то понимание, да, что... Не нужен мне такой человек, не нужен мне такой мужчина. Я желаю чего-то лучшего, чего-то большего. Но прям как цепи какие-то вот связывают, да. И не могу я выбросить его из головы. И как-то вот кружит он у меня и все. А понимаю, да, что я достойна лучшего, что мне нужен иной человек. Ну, давайте посмотрим еще. Да, хочу обновления, хочу нового в своей жизни. И держу в руках вот этот цветок надежды, что все будет у меня. Что будет у меня и прекрасная семья, и прекрасные отношения. Но вот сейчас прям, возможно, кто-то вас обидел. Очень может быть. Возможно, человек себя повел очень, знаете, так легкомысленно. Растоптал, разбил какие-то ваши надежды и мечты. Вы знаете, возможно, это и такой момент, что мужчина за вами ухаживает, но вы не видите перспектив с ним. Вы не видите перспективы, как-то его воспринимаете, что это вот как-то полегке, да? И с одной стороны, вы не можете его выбросить, и с другой стороны, вы понимаете, что это не совсем то, что вам нужно, да? Я хочу иных отношений, я хочу серьезных отношений, я хочу серьезного какого-то, серьезной перемены в своей жизни. Но здесь идет момент, что в мыслях мужчина, и вы понимаете, что, возможно, будущего, какого вы желаете, вы с этим человеком, ну, как-то не видите этого будущего по тем или иным причинам. Но вот он не выходит из головы. Возможно, вы были в отношениях, человек вас обидел. Возможно, вы сейчас с этим человеком в отношениях, но видите, да, что с ним строить отношения дальше, ну, очень тяжело. И я хочу чего-то иного, да, в своей жизни. Но пока что вот этого персонажа я вот с головы выбросить не могу. Да, но очень настроена, да, что я вот себя переломлю, да, это какая-то вот, у меня есть сила вот это перебороть, я выберу лучшее для себя, я выберу себя, хватит, да, себя приносить в жертву, хватит быть вот этим, знаете, объектом просто каких-то
Знаете, когда человек вот воспринимает как само собой, где-то какая-то недооцененность. Я не позволю себя недооценивать, да? Я все, у меня есть сила, и я получу то, что я хочу. Ну вот есть момент, что в мыслях человек, с которым вы как-то видите, да, что перспектив нет, но выбросить я его из головы не могу. Вот кружит он меня в голове, и все. Но я справлюсь, да, потому что я желаю лучшего. Здесь такое какое-то, знаете, притяжение прямо идет между людьми. Может быть, что кармические партнеры. И вот понимаю, что где-то, да, мне нужно что-то иное в моей жизни, но когда встречаю его, вижу его, ну, притяжение к человеку и все. Очень может быть, что вы в кармических отношениях, в тяжелых отношениях, потому что вижу, что вас сильно не устраивает то, что вы имеете сейчас, а желаете вы иного, и понимаете для себя, да, что мне нужно сделать для этого, какие-то свои выводы, какие-то свое решение вы приняли, но, возможно, человек еще из мыслей вот не выходит, может такое быть. Ну, давайте будем смотреть. В центре каких событий вы окажетесь в ближайшее время? Покажи нам, покажи нам. Угу. Так. Вы знаете, вот по справедливости какая-то ваша мечта осуществится. Вот прям так, как вы заслужили. Вы понимаете, здесь такая может быть ситуация, что вы многое в своей жизни пережили, да, вот съели пуд соли так нормально, хлебнули в своей жизни, потому что вижу, что в каких-то сложных отношениях вы находились, и, ну, вот это состояние, он еще в моих мыслях, это все есть, и, возможно, обида какая-то от мужчины есть. Здесь идет такой момент, что человеку может прилететь бумеранг за вашу обиду. За то, что вас обидел. Потому что, как по справедливости, вам казалось это отдаленным, вам казалось это, да, вот человек живет и радуется, да, а я вот где-то испытываю какую-то боль и обиду, и ничего ему не будет. Будет, девочки, идет, ему прям летит сила ему в обратную сторону. Очень может быть, что именно некий суд, да, вершится, высший суд, и человеку прям прилетит обратка. Но дело в том, что вам идет по справедливости, как некое осуществление вашей мечты. Но это идет некий момент, как заслуженного. То есть вы уже свое отработали, и заслуженно идет некое осуществление вашей мечты, вашего какого-то желания. Ну давайте посмотрим еще. Это как, знаете, некая подарок судьбы некий, да? Ну давай. О, девочки, смотрите, колесо фортуны нам перевернулось. Знаете, так если четко перевести карты, то получается так. Маленькая девочка заслужила, чтобы ей повезло. Знаете, вот так вот. Чтобы ее мечта осуществилась. Вас высшие силы видят маленькая девочка. Вы можете быть в возрасте женщиной, но ваша душа – это маленькая девочка. Ваш внутренний ребенок, он заслужил на то, чтобы в его жизни пришла некая вереница прекрасных событий. И я вам скажу, что некая печаль отходит от вас. Действительно будет вам сопутствовать удача. Действительно, ваши мечты, некие ваши мечты будут осуществлены, так как видят, что вы на это заслужили. Вы этого достойны, вы к этому шли, и это некое... некие плоды ваших трудов, ваших желаний, ваших мыслей, некое осуществление, прекрасная вереница событий, удачи, да, с чем это будет связано, покажи нам, с чем эта удача прям так идет в жизнь этой женщине, с чем это будет связано, девочки, десятка пентаклей, вот здесь нам выходило, что женщина желает, да, вот эту десятку пентаклей, желает крепкие отношения. И вот здесь нам идет, да, что вот ты заслужила, дабы в твоей жизни исполнились твои мечты. И придет вереница событий, которая приведет тебя в десятку пентаклей. Когда в твоем доме будет покой, порядок, красота, такое, знаете, долголетие любви будет в твоей доме. Прекрасные крепкие отношения. Вереница событий действительно показала вереницу событий. Это не какое-то определенное событие. Это как ты заслужила, и в твою жизнь придут события, которые приведут тебя в десятку пентаклей. Где ты будешь в паре, где ты будешь счастливой, где все твои родные и близкие, да, вот будут радовать тебя.
Ну, прекрасно, прекрасно. Давайте посмотрим, а что же нам скажут на это карты? Как действовать в этой ситуации, да? Как действовать в этой ситуации? Ой, вы знаете, вот вышел этот мужчина, все-таки с этими длительными отношениями, с ними нужно прощаться. Вот, да, этот кармический какой-то человек, и здесь с ним нужно распрощаться, потому что, ну, ничего он хорошего не несет. И здесь прямо идут карты, что тебе нужно не то, что уходить, тебе нужно убегать от этого человека. Не слушать его слов, не слушать, знаете, не возвращаться даже мыслями к нему, выбросить его из головы. Что вам нужно сделать, да, некий совет карт. Да, и тогда мир придет в твое сознание и в твою жизнь. Ты увидишь иные перспективы, потому что перед тобой открыта дверь, и обновление новое будет входить туда. То есть я вам скажу так, вам вот с прошлым нужно попрощаться. Понятно, тяжело сделать, потому что вижу, что если партнер кармический, это очень, знаете, такая спиралеобразная ситуации, когда ты вот жизнь живешь, но периодически этот человек может возникать в твоей жизни. Вот это такой момент. Но вот карты говорят, не зацикливайся на этом, не надо, да? Не то, что уходи, убегай, избегай этого человека. Он желает взять максимум, ничего тебе не дав. А перед тобой откроется весь мир, если ты уйдешь, да? Не только вот в телесном каком-то материальном мире, но и в эмоциональном, если ты сможешь отрезать, отрезай это все от себя. Потому что перед тобой откроется весь мир, очень много возможностей тебе будет дано, и не просто дано, но и будет дано тебе знание, как тебе поступить правильно, чтобы ты начала сначала, чтобы ты начала, да, чем-то обновила и впустила в свою жизнь что-то прекрасное, то прекрасное, которое вот уже, да, высшие силы видеть, и они как бы желают тебе это дать. Но для начала, девочка, отпусти это все. Почему я говорю девочка? Потому что прям высшие силы, вам может быть и 50 лет, вам может быть 20. Но высшие силы вот видят вашего внутреннего маленькую девочку, внутреннего ребенка, который, возможно, сейчас в обиде, но как его хотят поощрить, потому что он заслужил, он желает, и ему нужно дать, потому что он заслужил на это. И что вам нужно сделать? Вам нужно вот как-то отбросить от себя этого человека, который тянет из вас энергию. И перед вами откроются новые возможности, новые люди, новые встречи. И вы будете, знаете, вот как на вершине, зная, что вам делать и как. И по на любому аркану абсолютно новое и прекрасное будет открываться в вашей жизни. Ну давайте посмотрим, а чем сердце успокоится? Покажи нам, чем сердце успокоится. Так, интересно. Сердце успокоится, когда забудете мужчину, да? Чем сердце успокоится? Одного забуду, да? И придут перемены в вашу жизнь. И придет человек, который для серьезных отношений и для большой любви девочки. Видите как? Сердце успокоится, оно как само собой заживет, потому что придут перемены с новым человеком и с новой любовью в вашей жизни. Придет новый человек, новая любовь, новые отношения. Забудется старое, забудется старые обиды и разбитое сердце. И вы будете оглядываться на это, как на что-то уже очень далекое от вас. Вот видите, как сердце успокоится тем, что разбитое сердце заживет, потому что с переменами придет новый мужчина и новая любовь. За каким-то разбитым сердцем и разрушениями приходит новая любовь, новые отношения, да? Ну, покажи. Я вижу, что, возможно, сейчас тяжело, да? Вот смотрите, как получается. За сердечной болью и разрушениями в вашей личной жизни придет новый мужчина и новая любовь. За какими страданиями и болью придет радость и вера в будущее. Солнце, старший аркан,
Все будет хорошо, все будет прекрасно. И боль ваша пройдет, и придет в вашу жизнь солнце, и придет в вашу жизнь радость. Вот такой вот у нас второй расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Я буду очень рада. Всем спасибо за просмотр. А мы будем идти дальше. Итак, третий расклад. Если вы слышите, что информация о вас созвучна с вами, смотрим. Нет, выбирайте, пожалуйста, другой вариант или другое видео. Так, все карты перевернуты. Все очень неплохо, непросто. Возможно, какие-то материальные потери. Очень может быть. И какая-то, знаете, печальные мысли, печальные разговоры. Какие-то вот прям материальные потери и все. Материальная жизнь вас сейчас очень беспокоит. Возможно, и какая-то и ваша материальная жизнь, да, какие-то материальные вопросы, материальные дела. Вам так надоело быть сильной. Вам так надоело быть сильной. Устали быть сильной. Я вам скажу, что у вас очень такая энергетика, она даже много имеет мужской энергии, то есть вы на себя, ну вот так жизнь складывается, что вам пришлось на себя очень много взять. И где-то, да, быть жесткой, где-то браться совсем не за женские дела. Возможно, так сложилась жизнь, что вы одна, вы без мужчины, у вас нет поддержки, и какая-то вот сейчас вот прям, ну, тяжелое время. Ну, покажи мне еще. Ну, покажи мне еще. Какие-то разговоры смурные, да, вокруг. Какие-то новости нехорошие. Какая-то вот печаль, прям со всех сторон печаль. Тяжелая, тяжело женщине, тяжело. Вижу, что прям, возможно, давно нет партнера или нет человека, на которого можно опереться, возможно, потому что вы выходите прям такой тяжелой картой, такой, знаете, когда женщина прямо свои какие-то мечты, какие-то свои желания, она почему-то как в сторону. И как, потому что у меня что-то есть впереди, как, знаете, первое нужно о чем-то подумать. Возможно, вы еще несете за кого-то ответственность, да, и нужно быть и за папу, и за маму, и за бизнесвумен, и за бизнесмена, и, короче, и за всех, да, и сантехником дома, и ремонт сама делаю, и о финансах думаю, и все вот на своих плечах, все вот на одни плечи свалилось, и все, знаете, как смотрят на вас в ожидании, а что вы скажете, а что вы решите, а как вы будете действовать. Но здесь может быть и такая ситуация, что, возможно, вы очень реализованы в материальном плане, в смысле, что у вас большая должность или такая, знаете, ответственная, и вы несете ответственность, да, и перед другими людьми, но сейчас прям почему-то идет, что на вас еще кто-то смотрит и ждет, да, что вы скажете, какой-то, возможно, помощи еще и от вас ждет кто-то, а вам бы и самой не прочь, да, чтобы кто-то помог. Ну что ж, давайте посмотрим больше. Ваше состояние сейчас. Ваше состояние сейчас. Какая-то угроза вот со всех сторон, да? Угроза чему? Покажи мне. Угу. Ну, здесь мне идет. Прям женщина еще за кого-то отвечает. Возможно, у вас дети. Возможно, вы сама воспитываете детей, или у вас такие пожилые родители, да, за которых вы тоже держите ответ. Может пройти момент, что вы как вот одна, да, и вот как рассчитывает только на себя, то есть не на кого, да, еще и их кто-то смотрит, да, в желании, чтобы еще и вы помогли, а вам и самой помощь нужна. И такие, знаете, какие-то угрозы вот со всех сторон. А так, боже, такое желание прям поддержки, знаете, как желание, ожидание какой-то поддержки. Но несмотря на все это, вы строите какие-то новые планы. Вы строите новые планы, вы как-то верите, вы надеетесь, вы очень оптимистично настроены. И вообще, да, вот это что-то, вот оно минуемо, да, и все в моей жизни будет хорошо. Все будет хорошо.
Ну, покажи мне еще. Прям почему-то мне идет, что прям женщина, знаете, еще и все на нее смотрят. Она хрупкая, она тоже устала, знаете. Она в нее как еще все смотрят в ожидании ее помощи. Да. Да. Я бы сказала так, что женщине прям нужна поддержка. И не просто, знаете, там семьи, а именно вот любимого мужчины, который вот поможет, действительно поможет. Ну давайте, по-моему, посмотрим, в каких центре каких событий вы окажетесь вот в ближайшее время. В центре какие-то новости идут, новости про деньги, новости хорошие о помощи. Какая-то вот помощь прям идет. Очень хорошие карты, девочки. Если сейчас печалитесь, все пройдет, все будет хорошо. Туз Пентакли указывает и в паре с Иерофантом. Это как говорит о некой помощи. Помощи от человека, который действительно может и желает вам помочь. И то это говорит о том, что вы сможете пройти вот некий момент критичный, да, возможно, в некой степени для вас. Я вам скажу, что эта помощь, она быстрая. Она как-то быстро придет в вашу жизнь. Быстро придет помощь, она как быстро летит. Прям хорошие очень события, девочки, очень даже хорошие. И я вам скажу, что так вам вижу тяжело, но и будет облегчение. Придет помощь. Давайте посмотрим еще. Помощь может быть прямо-таки материального какого-то плана. Это что-то вот по тузу Пентакли, это что-то вот такое увесистое, да, это такая помощь хорошая. И все же с Иерофантом это человека, который действительно желает вам помочь. Это как даже, я бы сказала, некое высшие силы вас защищают. Вы под защитой высших сил. И совсем вы справитесь. Все будет очень хорошо. Все плохое уйдет, а хорошее останется в вашей жизни. Давайте посмотрим, еще в центре каких событий вы окажетесь в ближайшее время. Угу. А вас думает какой-то мужчина. Вот прям думает, прямо мысли горячие у него в голове по отношению к вам. Могут быть проявления от этого человека. Он о вас очень много думает, очень много. Но прям вышел нам король жезлов, который снимет себе маску и покажет вам, что ты хочешь показать. Да? Что ты хочешь показать? Что он будет вас добиваться, что вы для него мечта? Да, что он близко, но вы, возможно, он как-то... Это... Покажи мне. Я вам скажу так, о вас думает какой-то мужчина. Вот здесь прямо идет, что вы справитесь с какой-то критичной ситуацией, которая, возможно, касается именно денег, именно каких-то финансов, потому что вижу, что сейчас прям тяжеловатая такая, возможно, материальная ситуация у вас. Вижу, что пойдет все на поправку. С каким-то кризисом вы справитесь, и все будет отлично. Только хорошее будет в вашей жизни. И сразу у нас вышла ситуация, что о вас думает какой-то мужчина. Возможно, вы в отношениях с кем-то. Возможно, вы в какой-то переписке, на расстоянии. Но выходит так, что мужчина думает о вас и мечтает о вас, как о женщине. Который желает быть не просто мечтой, да, и какие-то разговоры с вами вести, а все-таки быть в вашей реальной жизни. Возможно, на сегодняшний день ваши отношения в какой-то фазе, да, такой дружеской, да, в каком-то общении вы можете находиться с этим человеком. Но мужчина желает шанса, дабы проявиться к вам, да, дабы обрести с вами гармонию, да, и какое-то правильное направление. Мужчина будет действовать, мужчина себя проявит, будет действовать в вашу сторону, потому что желает с вами конкретных серьезных отношений. Да, будет какой-то разговор, и многое при этом разговоре решится, потому что так как сейчас уже не устраивает, так как сейчас уже нельзя, хочу развития, хочу, чтобы эта женщина была в моем доме, хочу с ней отношений. Да, девочки, есть такая ситуация, что о вас думает мужчина, этот мужчина, он в ближайшее время, он проявится. Он проявится, будет действовать, потому что видит вас, вот женщину, с которой он желал бы отношений, хотел бы этих отношений, будет очень активно действовать. Но прям мысли о вас очень много. И вы знаете, я вам скажу так, я вижу, что женщина как-то вот уже привыкла надеяться на себя.
Вот привыкла. И ей прям тяжело мужчину пустить в свою жизнь. Прям тяжело. И даже если отношения начинаются, как-то в какой-то период, да, вот все становится очень сложным. Все становится как-то тяжело. Тяжело женщине впустить человека в свою жизнь. Но я вижу, что мужчина прям желает с вами отношений. Ну, давайте посмотрим, как вам поступить, как вам действовать. Я вам скажу так, что... Вот смотрите, прекрасные карты. Из той сложной ситуации, которую у вас сейчас, вы выйдете. Вы выйдете стремительно, даже очень быстро и неожиданно для вас. Какое-то появится четкое решение. Да, сейчас тяжело, сейчас больно. Или вот какая-то, да, вот как помощь нужна. На это и помощь придет. И этот критический момент, он будет решен. Он, вы как-то выйдете из него, да, вот как по этим ступенечкам выйдете из этой пропасти, вот в свет, в мир. То, чего хотите, вы получите. И будут новые отношения. Да, будет любовь по двоечке кубков. Совет карт, как вам действовать, да? Я вам скажу так, вы ступайте, вы делаете шаг за шагом, вы не заглядываете очень далеко. Потому что вот каждая ступенечка, она вас ведет вверх к лучшему, к лучшему, к лучшему. И результат вас приятно удивит. Но вы не думайте, да, вот как при первой встрече, вы не думайте, ой, что будет там через 10 лет. Живите здесь и сейчас. Позвольте себя любить и любите в ответ. Отвечайте человеку тем, с чем он к вам идет. И вы удивитесь результату. Не нужно, знаете, делать 10 шагов сразу навстречу человеку. Он шаг к вам, вы шаг к нему. Ступенечка за ступенечкой. И вы увидите, какой будет прекрасный результат. Потому что вы выходите вот в двоечку кубков действительно в такую гармоничную, прекрасную любовь. А ваши какие-то проблемы, ваша сегодняшняя ситуация, она разрешится. Я вижу, что, возможно, ситуация очень серьезная. Но она действительно придет помощь, и вот некая боль, некая темнота, она отступит. И вы достигнете прекрасного результата. Ну что ж, давайте посмотрим, чем сердце успокоится. Чем сердце успокоится? Угу. А сердце успокоится любимым человеком. Любимый мужчина, мужчина, который будет вас любить. И той ситуации, что есть еще шансы, есть возможности, которые нужно дать человеку, которые вам дает судьба, дает вам жизнь. И да, вот судьба дает тебе шанс, и придет в твою жизнь любимый человек, любящий тебя человек. И, возможно, тебе сложно открыться, да, сложно тебе поверить и впустить в свою жизнь человека. Но вот прям, да, карты как-то вот показывают, ну, результат того стоит. Результат стоит того. Давайте посмотрим еще. Этот мужчина будет вас добиваться. Этот мужчина будет, знаете, как многое делать для вас. И не стоит, знаете, заранее делать какие-то выводы. Потому что здесь карты нам указывают, что действуй постепенно, ступенька за ступенькой. И этот человек, он покажет тебе, да, что ты для него важна. Что ты для него нужна. Что ты для него радость и солнце в его жизни. Прекрасный расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Я буду очень рада. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.